Друзья, всем привет! В предыдущем выпуске я показал установку печи Optima PF в бане землянки. Теперь нужно заложить в печь камень. Впервые я решил заложить не бесплатный камень, которого полно вокруг, а покупной, причем полудрагоценный. Приобрел 100 кг колотого хакасского жадеита, 10 мешков по 10 кг, чтобы заполнить каменку под завязку. Жадеит считается одним из лучших камней для закрытых каменок банных печей, так как и долговечный, и довольно теплоемкий. Отзывы о нем только положительные, за исключением стоимости, конечно. Для начала камень нужно промыть. Он пыльный, и чтобы лишнюю грязь не закладывать в каменку, нужно смыть ее заранее. Перед укладкой камня в печь нужно установить кассеты для пара из нержавейки. После обжига печи кассеты слегка поменяли свой вид. Теперь они не такие блестючие. Устанавливаю их с трех сторон топки печи внутри каменки. Нужно хорошенько прижать кассеты к топке, чтобы они лучше прогревались. Теперь обкладываю кассеты со всех сторон камнем. Стараюсь укладывать плотно, чтобы оставалось меньше пустот между камнями. Перед тем, как закладывать камень над кассетами, нужно установить подачу воды. Три гофрированных трубки с воронками. Здесь ничего сложного нет. Заводим конец трубки в специальную петлю на кассете, а воронку крепим на дуге системы распределения в удобном месте. Я вывел воронки так, чтобы две боковые кассеты были спереди рядом, а задняя в правом краю. Теперь укладываю камень далее. По укладке камня, особенно с кассетами, нужно придерживаться одного, как можно плотнее. Если уложить камень плотно, то его и больше влезет, и прогреваться он будет лучше. А как итог всего этого, большой запас тепла в каменке для получения пара. Среди камней можно найти часть с плоскими гранями. Такой плоской стороной следует прижимать к топке печи или к кассете для пара, чтобы контакт с поверхностью металла был максимален. Ну а в остальном подбираем камни, чтобы укладывать плотнее. Из 100 кг камня влезло все, кроме этих 5 здоровых камешков. Были бы они поменьше, я бы еще половину заложил. Тут, наверное, килограмм 5, может чуть больше. То есть по факту влезло 95 кг с учетом установленных кассет. А это на минуточку 20 кг нержавейки. Я уже опробовал данную закладку в бою и должен сказать, что пару выше крыши. Вот несколько фрагментов подачи воды, которые заснимал. Thank you.
В общем, как итог, 20 кг нержавейки и 95 кг жадеита в каменке дают очень хороший результат. Пара теперь вообще завались. Но буду тестировать дальше, потому что опыта пока мало. Если интересно, камень брал на московском складе у Нины Шевцовой. Там на данный момент 10 кг стоит 1400 рублей. На этом у меня все. В следующих двух видео будут первые пробы бани с новой печью. А пока. Пока. Нормально.